Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК. И сегодня мы начинаем проходить, точнее как проходить, играть в игрушку сетевую, которая называется... А как она называется? Как она называется? Которая называется... Хуй пойми как. Блин, я не помню, как она называется, если честно. Она называется... Пирлинг 84. Не знаю, какая, что это за игра и вообще, что тут надо делать, но мы с вами посмотрим. Так, ищем соперников, поехали. Каких-то соперников уже нам ищут. Я знаю, что это вроде как какая-то стрелялочка, какая-то бродилочка, какая-то чего-то. Так, навык, навыки Мишель. Мини-колонки, брошенные Мишель. Так, а что надо делать? Здорово, мужики! Как взять? Ой, блядь. Кого-то надо убивать или чё? Хуйрыга, блядь. Короче, тут надо стрелять, я так понимаю, да? А кто с кем? Кто против кого? Так, поехали. Выбрать... Ой. О, блядь, вот это я. Блять. О, нихуя. А, закрыто. А чё открыто-то? Вот, давай вот это. Блять, она закрыта. Здесь открыто, вот это открыто. Ладно, поехали, давай ее. Как выбрать? А, я типа выбрал уже. Хорошо. А мы как... Мой отряд. Это мой отряд? Это с кем я за команду, за чью? Хорошо. За первое выда... За первое выдающееся мечта. И что это? Вы выпускающий. Хорошо, и чего? Давай в карнавал. И как выпуститься? Как выпуститься? Запуск F нахуй. Я вообще не понимаю, куда мы летим, с кем мы летим. Сир Эмплайс Тун-тун-лу какой-то. И са... Се-са-бек... Блять, понятно. Се-си-дек... Ник... Понятно. Скорость. А как набрать скорость? Мы так и будем лететь? А, поехали. А как... О, вот так. Поехали, нужно стрелять, значит. Мне нужно оружие, поехали. Вот я буду бегать за ним. А, тут что-то есть, тут что-то можно взять. Какие-то аптечки. Ой, что это, блядь? Какой-то прыжок. Понятно. Ой, я ствол нашел, замечательно. Кого стрелять? Поехали еще посмотрим, какие-то стволы. Это что? Тут ничего нет, щиты какие-то взял. А это что? Пушка очередная. Я так понимаю, пацаны тоже нихуя не знают. Они вон бегают рядом со мной. Так, нужно... А что по заданиям? У нас есть какие-нибудь задания? О, у меня винтовка есть. Офигенная. Поехали. Классно. Не, вот это, наверное, получше. А что нужно делать? О, а там кто? Ух, нихуя, какой-то мужик. Это кто? Ладно, пойдем с пацанами побегаем. Я вообще не понимаю, что здесь за экшон. Может, на машине можно покататься? Ой, блядь. О! Нихуя себе. Ехать. Куда ползем? Куда мы едем? Нам нужно в кого-то стрелять. Зона поиска сужается. А что мы ищем? Что мы ищем? Я понять не могу. 7. Лотерея списков. Вот. Что, блядь? Так, пойдем, там какой-то сундучок на миникарте помечен. Или что-то. Какая-то башенка. Зона сжимается. А где... А как зону посмотреть? Как посмотреть зону? Опа, опа. Опа.
Кто по пацанам стреляет? А, вон, вижу. Воу-воу-воу. Вот это да, ты куда полетел-то, шар, блядь? Есть. Готов, поехали. Что тут еще? Короче, тут надо кого-то убивать, я понял. Хорошо. Так, получили что-то. А, новый уровень. Какой-то новый уровень патронов каких-то или что-то в этом роде. Так, а как посмотреть зону? Как карта? Карта есть? О-о-о! Готовый, нахуй. Нет патронов, заебись. А как патроны приобрести? Получено 40... 40 опыта получено. Отлично. Пиздят не по-русски? Левел 2. Я получил второй уровень? Или что? Тут лутать и дамаг? Нихуя я резкий. Нихуя я резкий, пацан. Блять, нет патронов, заебись. А как патроны взять? Где? Вот, блять, дай. Дай патроны. Поехали, ну, дал, нашел патроны. Там нашего пацана убивают. Я так понимаю, нашего пацана убивали. Как выбрать? F. Щиты какие-то выбрал. Ладно, хорошо. Как патроны взять? Где взять патроны? А, на букву F, блядь, нихуя. О, я взял патроны. Хорошо. Тут что? Дробовик можно взять. Нет, а как листать? Как выбирать? А, Т. Или нет? Reloading. I need some SMG ammo. Your skills are mediocre. Time to say goodbye. Open fire. I need some. Блять, нет патронов, нет патронов. Ебать хуёво. You ran right into my line of fire. Воу. Короче, кого-то я замочил. Я его замочил. О-о-о-о, ты чё, хуйрыга, блядь? Вообще прекрасно. Нихуя я вывез. Я вывез катку, по-моему, сейчас. Я, по-моему, сейчас вообще затащу. Да? Как ты взять патроны, блядь? Я до сих пор не понимаю, как взять патроны. Аптечку взял, хорошо. Как ей воспользоваться? З. Или 3? 3, наверное. О, отлично, мы воспользовались аптечкой. Нет, мы не воспользовались аптечкой. Аптечка на 4. Есть. Где еще тут кто? Никого пока не видать. Так, нужно перезарядить оружку. Т. Я не понимаю, как выбирать между всем этим? Я пока не понял. Так, где пацаны мои? Мы вообще в кругу находимся или нет? Может, наш четвертый куда-то убежал. Пойдем к нему сходим. Нам главное не разделяться. Потому что если мы разделимся... Отсюда сверху вообще много чего видно. О. Дробовик, блядь. Дробовик. Нахуй мне дробовик. Кто с кем стреляется? Там кто-то стреляется, надо помочь. Almost done. Rescue first, then game time. Так, я, видимо, как-то помогаю, да? Отлично. А где, в кого стрелять-то, блядь? Я никого не вижу, но... Survival bonus.
Возрождения отключены. А это еще и с возрождениями были, блядь? Было. Есть, я нахуй одного убил. Блядь, не убил еще, он не мертвый. Сука. Он свалился куда-то, блядь. Готов, нахуй. Убийство X3. Убийство X3. Как все это забрать? Вот, я, короче, все это забираю, да? Или что я делаю, блядь? Ладно, хуй с ним, что-то делаю. Бля, нихуя я у него стол какой пиздатый забрал. Бля, там кого-то надо спасти. Ооо, нихуя себе, блядь, хедшот поставил. Ебануться. Корабль снаряжения в пути. Хорошо. Оживить, блядь, подожди, я иду. Подожди, только не умирай. Только не умирай. А, тебя уже оживили? Бля, ну ладно. Я, короче, у меня 4 фрага, да? Или нет? А сколько у меня фрагов? А, у меня, блядь, один. Или сколько? А, левел 6, один. Один это типа лидер команды, а сколько фрагов? Что? В. Усилить. Нихуя? Нахуя? Не, прикольно, прикольно. А там что-то падает, походу, с парашюта, да? Пойдем в сторону вон того, что-то там упало с парашюта. Я хочу сходить туда. Бомбежка на подходе. Блять, бомбежка? Какая нахуй бомбежка? Зона поиска сжимается через 30 секунд. Хорошо. Там, блядь, какая-то бомбежка. Где-то происходит. Подожди, а это что? А это что? Не, это мне понятно. Короче, не, это мне не надо. Вот этот ствол, короче, он хуячит не как автомат, он хуячит как снайперская винтовка. Кто умер? Ага, кого-то заебашили почти. Сука, он быстро бегает. О, ебать, нихуя я вообще, блядь, дал ему, ёб твою мать. Блять, на нахуй. Ебать, я по нему прописал. Ебать, я по нему прописал. Это наш. Сука. Ой, заебись. Ой, хорошо. Ой, блять, прописываю я ему. Ёб твою мать, как же я ему прописывал. Как же я ему прописал. Ты, блять, хули, охуел, что ли? Ой, хорошо, блять. Ебать, хуячу, 6 убийств. Это мое, пацаны. Дайте мне все это. Как это брать вообще все? Типа я все взял? Бля, по-моему, я пиздатую пушку выкинул. Дай мне вот эту пиздатую пушку мою. Не, пиздатую пушку мою дай. Не, мою пиздатую пушку дайте. Как ее взять? Как взять ее теперь? Ладно, хуй с ним. Блядь, нахуй мне этот дробовик. Ладно, похуй. Поехали дальше. Я просто не понимаю, как здесь менять оружие. Ой, блядь, нахуй я прыгаю. Что делать-то? А, вон, что-то... Какая-то полоса. А, это карта границы, блядь, карты, ёб твою мать. Прыгни. Как прыгнуть? Я только что, блядь, прыгал, все заебись было. Ладно. А это у меня что такое? А, нормально, хуячит. Заебись. Здорово. Это, а, это вот это круглая граница, да? Я такое ощущение, что я на открытой местности сейчас нахожусь, да? Ёб твою мать, блядь. Ваше место раскрыто? Нахуй ты мое место раскрываешь, блядь? Ты, блядь, чмо? Я тебя, блядь, пиздану сейчас, нахуй. Перезаряжайся, блядь. Готов, нахуй. Отлично. Опа. Мочи, пацаны, мочи. Новый уровень капсулера. Уровень капсулера? Что такое уровень капсулера? Дайте мне что-нибудь спиздить.
Броня пиздатая. Охуеть, у меня пиздатая броня? О, нихуя себе. Нихуя себе. Заебись. А я через нее могу стрелять? Да, я через нее могу стрелять. Перезарядись пока. Так, я циферка 1 помечен. Тут мои пацаны бегают рядом. У меня кто-то разбил мой щит. Хорошо. Вот это синее, это что? Во-первых, это что и где его найти? Кто-то стреляет. Кто-то стреляет уже где-то, блядь. Где, я не понимаю пока. Корабль снабжения в пути. Что за корабль снабжения? О! Тут что-то можно... Блядь, да нахуй ты так пугаешь, прыгаешь? Здесь кто-то стреляет. О, нихуя. Reloading. Don't worry. Open fire. Open fire. Don't look down on me. Your skills are mediocre. Time to say goodbye. 7 фрагов у меня или 7 хедшотов. Зона поиска снижается. Хорошо. Это типа мы преступники, и они нас ищут. Блять, ты куда пополз? Куда были пополз? А чё они их не добивают? Или их не надо добивать? Ты чё, блять, охуел? Вот и все. Какая-то рукоять. Какой-то прибор, блять. Какая-то броня пиздатая новая, давай. Как, В? Нихуя. Где-то здесь, короче, кто-то топает. Ебать, хедшот. Сука, куда пошла-то, блядь? Ты охуела? Ты охуела, блядь. Победа. Вообще профессионально залетели в катку. Вообще просто обалденно. Победа. Подсчитать сейчас. Давай, подсчитывай. Че он хочет подсчитать? Здорово, ребят. Мы всех убили, типа. Мы все выжили, мы молодцы. Это люди настоящие или это боты? Я понять не могу. Ты человек? Так, МВП, Смирнов с ПК. Нажмите для продолжения. Какой у меня. 9 убийств, 6... Я вообще на первом месте. Я, посмотрите, у меня рейтинг 62. Прям вообще отлично. Так, продолжить. Уровень игрока 2. Геройская сила плюс 345, мастерство плюс 50, срок выживания 15-30, убийство 9, помощь 10, урон 2611, полученный урон 226. ОЗ, очков здоровья вылечили мне, 0. Хорошо. Победа в королевской битве, предмет события мне дали и что-то еще, хорошо. Уровень 2, доступна награда за повышение уровня, хорошо. Вы получили скин героя. Ага, прикольно. Хорошо, продолжить. Но мне моя уточка больше нравится, зрика. Уточка. Делайте первую покупку, выберите одну из наград. Розовая утка. Розовая утка. А розовая утка дорогая. У меня на нее не хватит. Ну давайте вот это купить. Купить. А, не хватает алмазов. Не надо мне ничего покупать тогда. А, вот, все. А это что такое? Это типа что-то новое доступно, да? А, можно получить сегодня. Можно получить сегодня еще пацана какого-то голубого, фиолетового. О! Строителя можно получить. И мужика с бицухой. Не, мужик с бицухой я не хочу. Вот, баба с пиццей, давай. А как получить? Я хочу получить. Нельзя? Ладно. Оружие, ладно, понятно. Нет, не выходить из игры не надо.
Мне говорили, что мне что-то дали. Мне сказали, что мне что-то дали. А, вот, герои. Капитан. Обзор. И чего? Кто это вообще? Журавль. А, ракетный ранец. Единорог, блядь. Карта профиля. Ладно, понятно. Вот это моя. Вот это мое, да, я понял. Это мой скин, это мой ранец. Это какая-то фигня. Это карта. А, карта фон, типа, задний, да? У меня пока их нету. Стикеров у меня тоже особо новых нету. Эмоции. Это типа я могу эмоции показывать? А на какую кнопку? Заебись. Нихуя у него хвостик. Смотри, смотри. Ну это я. Я также. Типа, всем пока. Я также прощаюсь. Но это типа крутой такой. Прикольно, голосовые пакеты. LML kill. Так, поехали. Что еще-то? Нам по-моему, что-то дали. Склад. Предметы. Вот, три коробки. Как их посмотреть? Что с ними делать? Или их можно где-нибудь обменять? Лотерея, может? Не, это крутить за бабки. Это тоже за бабки что-то. Это тоже за бабки. Это какие-то кредиты, я так понял. Хорошо. А это что? Привязать. А, привязать это понятно. События. А, вот. Короче, за эти коробки даются какие-то, короче, штуки. Ладно, поехали, еще каточку сыграем. Блять, какая баба? Не надо баба. Я утка хотел. Мне хотел утку. Блять, нахуй мне баба. Нахуй мне баба. О, нихуя. А я хочу другую пушку. По-моему, ей пиздец. А, вот, утка моя. Утка моя, давай. Выбрать. Я хочу использовать Dexaid. В смысле, я хочу использовать Dexaid. Я хочу использовать Dexaid. Ну, тогда я возьму капитана. Капитана возьму. Буду капитаном. Я вообще-то капитан. Огонь, капитан. А, нельзя. Я понял. Тут еще надо успеть выбрать, блядь. Нихуя себе. Команда противников. Ух, нихуя, они какие-то все сильные. Так, а кто лидер-то? Следуйте за игроком. КРЗ, блядь. Хорошо. Ух, нихуя нас тут летит, блядь, пацанов. А что, все выкинулись? G. А чё я, блядь, выкинулся, да? Че, я как-то не понял, как за ними следовать. Вот так вот, короче, оп, и нахуй. Так, надо найти ствол раздобыть. Блядь, сюда не зайти. Так, это чё? Какие-то хуйню. Дай что-нибудь я возьму. Я уже какую-то хуйню взял. О, ствол! Отлично. Для начала пойдет. Приклад. Магазин. Патроны. Давай патроны. Патроны взял? Взял. Так, броня, щиты, патроны. Отлично. Кто-то уже стреляет. Блять, уже утку нашу заебашили. Блять, уже утку заебашили, суки. Сука, кто там утку заебашил? Кто-то заебашил утку, блять. Я понял, кто-то заебашил утку, блядь. Блядь, да беги, беги, сейчас заебашат нас. Где ты, пес?
который утку заебашил, блядь. Поверху бегает. Ну, блядь. А почему наши не помогают в этом раунде? В том раунде наши помогали, в этом раунде никто не помогает. Хорошо, ладно. Капсуле, которая возродится через 2 секунды. Поехали, возродись. Блядь, тут у нас только один пацан остался. Это же беда. Во-во-во-во, да заебали вы! Пиздец, они тут захватили полностью карту. Да он нас не оживит, нас уже убьют сейчас к этому времени. Он нас уже не оживит, он не успеет. Или она, кто это? Ебашь их давай, быстрее. Все, меня убили, нахуй. 150 секунд осталось, чтобы меня оживить. Оживи меня, пожалуйста. Меня оживи, пожалуйста. 49 игроков на карте? Нихуя вас тут. Или что это 49? Нахуй ты их выцеливаешь? Иди стреляй. Там иди, нахуй. Че происходит, блядь? Каша. Он даже попасть не может там. Ну так оживите меня кто-нибудь-то. Или нет? Что, блядь, за звук? Кто пиздит? Кто-то пиздит. This place is dangerous. Careful not to get burned. Over here. Over here. Блять, спасите меня, блять, пожалуйста. Иди спаси меня. Красные волосы. Не хочет? Правильно, нахуй надо. Эф, напомни, что это... Спаси меня, сука. Блять, утка кричит. Заебись. Вы меня спасете? Нет, сегодня, завтра. Стоит, стенку смотрит, как чувак летает. Они захватили башню, блядь, тебе уже все, пиздец. Тебе надо нас спасать. А 30 секунд осталось, все, пиздец. Все, я умер. Так и будете стоять, блядь? Бля, ебать ты снайпер, пиздец. Ебать ты снайпер. Ты там, блядь, с чего нахуй? С Тетриса играешь, блядь? Все, мне пизда. Хорошо, попьем кофейку. Всем, кто кушает, пьет, приятного аппетита. Ну и чего, блять? Играть-то будем сегодня, нет? Сигнал возродителя будет через 2 минуты. Возрождение недоступно. Заебись. Тогда нахуй выйти. Выйти из игры. Нет, выйти из лобби. А как выйти из, блядь, а, вот выйти. Don't worry. Leave it to the fire team. Понятно, пропустить. Получены какие-то монетки. Понятно. Уровень 3. У нам уровень 3 дали. Хорошо. Доступна какая-то пушка. Снарядить. А, скин доступен.
Я хочу вообще себе скин этого. Скин утки хочу себе. Так, это мои пушки. Короче, понятно, ладно, поехали. А, подожди, миссии. Миссии еще есть. А, вот получить. 15 монеток. Хорошо. И получить еще 15 монеток. Тут еще нужно проходить миссии. О, капсулу доступно. 40 монеток. Хорошо. Итого у нас 293 монетки. Один раз поделитесь игрой. Не надо. Так, ладно, поехали. Ищем соперников. Давайте искать. А это что за плита? Какая-то плита падает с неба. Что она за плита? Чтобы получить опыт капсулера, открывайте модули или убивайте врагов. Хорошо. О, привет, я такой же, как и ты. Чё, блядь? По-моему, с ним было что-то не так. О, бабёха! Пиздец тебе. По-моему, я её повредил немножко. Крайслер мой! Успел. Дайкслер мой. Вы чё, ребятки, Дайкслер мой. Это вообще самый... Дайксдед, точнее. Даксейд. Даксейд, во. Даксейд мой. Он вообще прикольный, мне он нравится. Так, Мимои, Люсинда, а, это имена этих. А тут у нас в команде Калерам РТР, Момаб... Где? Мома Брокер и Мартин... Мартит Хеп про Парли какой-то, блядь. Вы выпускающий, заебись. Я выпускать умею. Утка, блядь. Так, не, на карнавал нахуй. Поехали в ТЦ Подсолнечник. Наши-то не выпустились еще? Я хочу в ТЦ Подсолнечник. Не, нахуй в ТЦ Подсолнечник. Ой, я не знаю, повезло пацанам с нашим, с тем, что мы командир. Я даже не представляю. Нужно оружие. 60 человек на карте. Да, я так понимаю. О, АС-вал. Нихуя себе. АС-вал это хорошо. Бля, не, возьми АС-ВВС. Винторез. Винторез возьми. Манда 5, хорошо. Что тут вообще? Ну вот, патроны мы собираем, заряды какие-то. Как их использовать? Е. Е это вперед, Q это прямо, а С? С это кувырок. Нихуя себе. Ебать надулся, ебать надулся. Хе, пиздец тебе. Ой, блядь, а чё это? Ты что? Тетрис? Игровой автомат? Поехали. Ой, круг-то сузился, круг-то. Левел 2 у кого? А кто-то уже набрал левел 2. Хорошо. Вы со мной пойдете, нет? Правильно, нахуй надо. Я тоже не хочу. Я хочу до заправки сходить. Вы пойдете со мной, ребятки? Не знаю. Кто-то уже кого-то пиздит, блядь. Кто-то уже кого-то убивает. Пацаны-то идут за мной. Опа. Опа. Где ты, сука? Так, отлично, одного убили. Ну не мы, правда? Ну похуй, будем мы. Level 2, блять, у всех level 2, level 2, блять. А у меня нету нихуя. Никаких левелов. Опа, 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 пацаны. Пацаны, пацаны, шухер, шухер, пацаны, шухер. Враг, враг, пацаны, враг, шухер. Бобик, бублик, блядь, бублик катится, бублик катится, бублика, стреляйте, бублика!
Вот так-то вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Блять, ты кто? Сука, хуйрыга. Це, блять. Пизда тебе нахуй. Пизда тебе, блять. Пизда тебе, сука. Пизда тебе, блять. Пизда тебе нахуй. Сука, блять. Кто там еще? Кто там еще? Кто еще? Кого вы стреляете, блядь? А, вон. Есть. Отлично. У нас уже второй уровень тем временем. Оп, мы что-то взяли. Дробовик. Нахуй нам дробовик? Дробовик не надо. Автоматик, заебись. Опа, опа, кто-то нападает. Кто где? А, блядь, вот он. Блять, вал, винторез, блять, пиздец. Отлично, кто-то еще стреляет. Где? А, вот. Отлично, мы вообще справляемся пока. Опа, 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 враг, 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 пацаны, враг. Здесь враг. Здесь вдвое, двое, 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 здесь у дерева двое. Ой, блядь, он там что-то, по-моему, пиздец. Есть один. Есть второй, отлично. Есть один. Где второй, где третий? Пиздатя, сука. Есть. Вот так-то, блядь. Нас вообще никто не имеет права обижать. Мы самые сильные гуси. Любую движуху ворвуси. Или мы утка? Мы утка, наверное. О, дайте мне что-нибудь пособирать-то. Дайте мне, пацаны. Нет, тут мне не надо. Магазин вот давай. ВВС, винторез мой, дай, брат. Еще есть кого убить-то? Бля, кто-то там кого-то все стреляет, а мы что-то никогда не продвигаемся. Мы должны на одном месте сидеть? Или мы должны в атаку идти? Мы, наверное, в атаку пойдем. Мы же специалисты. А где-то стрельба. У нихуя ты, блядь. Ебануться. Кто стреляет? Нихуя ты, блядь, а как гранату кинуть? По-моему, он сейчас взорвется. Вот, по-моему, сейчас взорвется. Отлично. Где тут кто? Что тут заметка? Дайте мне, я возьму это все. 22 человека еще живых на карте. Наши все живы, правильно? Раз, два, три, четыре. Все, все живы. О, что тут? Магазины. Подожди. Мне ВВС дай. Защита, С шарик, З защита, подожди. Отлично. Ой, блядь. Четыре аптечка, дай аптечку. Аптечку не надо мне? Хорошо. Так, я что-то поднял. Опа, 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 опа. О, подожди, у меня щиты-то лучше. У меня голубые щиты. О, а там что? Что это? Надо посмотреть, что это. Так, там какая-то винтовка лежит пиздатая. Подожди, а что это? Бомбежка на подходе. Это бомбежка? Нет, это что-то мигает. Что это? Ф открыть.
Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, нифига. Что-то дали. Возрождение отключены. Хорошо. Но я еще ни разу не возрождался. Так, усилить. Поехали. У меня усиленная броня теперь. 22 человека где-то еще. Кого, блядь, мы стреляем? Подождите. А, вон там кого-то стреляем. Поехали. Подождите, подождите. Вы там сильно-то не этот. Вот это он шмаляет, мой пистолет-то. Вот это он шмаляет. Вот это он мой... Ой, там кто-то, по-моему, куда-то врезался. Там дирижабль, по-моему, полдома снес. О, дай что-нибудь. Не, мои щиты лучше. У меня щиты прям классные. Так, тут ничего интересного нет. Кто это? Кто это разговаривает? Я просто не понимаю, ребята. У меня не на английском. Там что-то приземлилось. Пойдем посмотрим. Я так понимаю, нам нужно собирать вот эти вот штучки, которые синие падают. Потому что в них падает что-то прикольное. Хорошо. Так, это нам не надо, магазин нам не надо. Вон она. Зона сжимается. Хорошо, еще 20 человек где-то. Включая четверых нас. Опа. Где тут? Где кто? Я не вижу никого. Там кто-то был только что. Но пока никого нет. Во-во, а тут то же самое, дульный тормоз. Хорошо. Блять, надо кого-нибудь наебашить. Хочу кого-нибудь наебашить. Пока что я не вижу никого, кого можно наебашить. С кем наши шмаляются? Я понять не могу. Где кто стреляет? Они где-то вот за этой горой, что ли? Подожди, а это что? А, прицел. Хорошо. Подожди, возьми норм... А, так это была моя нормальная пушка, типа. Блять, довалите его. Мега убийство. Опа. Опа. Хуйрыга, блять. Отлично. Еще один. Ну, легко, изи. Когда я командир, вообще все отлично. Опа. А, щиты у меня хорошие. Итак, а это что? А, магазин. Поехали. Надо перезарядить эту пушку. Так, мы не в зоне. Поехали в зону. Блять. Блять, бомбовые обстрелы. Бомба-обстрелы, пацаны. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Что за хуйрыга тут? Отлично. Минус. Дай мне тоже что-нибудь. Подожди, а я свою не выкинул броню? Нет, вроде на месте. Сколько осталось? 13 человек осталось. 13 человек осталось, нас четверо. То есть их 9 человек осталось. Правильно же я понимаю? Или 13 врагов осталось? Или вместе с нами? Зона поиска сужается, хорошо. РН от патронов плюс 32. А, по машинам, короче, заебись, она стреляет. Хорошо. Двенадцать осталось. Кто-то кого-то завалил. Зона поиска сужается. Торопитесь. Хорошо. Пока никого не видать, пока чисто. Здесь на закрытой местности очень страшно. Потому что никого невозможно никого понять, где кто находится.
Они могут вылезти, блядь, откуда угодно. Кто где стреляет? Так, наши там. 9 человек осталось. 9 человек осталось, кого-то уже убили. Кого-то там стреляют. Reloading. Patience, please. Open fire. Eat this. 5 человек осталось. ПСВАЛ взяли, отлично. Да все, мы опять победили, короче, на этой катке. Вон таймер уже пошел на секунды какие-то, да? У меня броня просто самая лучшая. Левел просто самый обалденный. Это такое ощущение, что какая-то шлюха орет, типа, блядь, давай, найди меня, убей меня, блядь. Один чувак где-то, походу, остался. Мне так кажется. Мне кажется, что остался один чувак просто. Долго мы его, интересно, искать будем? Достигнут лимит предметов, хорошо. Зона поиска сожмется. Опа. Опа. Эй, блядь, поеплутала. Съебалась куда-то, блядь. Куда-то съебалась, блядь. Вот так. Ну это... Это я, понимаете? Я вообще профессионал, ребята. Вообще просто имба человек, который вообще вот эти катки все... Ну вообще... Это слишком легко для меня, ребят. Дай мне взять что-нибудь. Какая-то хуйня для роста. Красный щит, конечно, лучше. Он ковырялся, по-моему, в носу. Нажмите, чтобы продолжить. Я опять на первом месте. Смотрите, я опять на первом месте. У меня 7 убийств и 50 рейтинга. Вот еще пацан тоже много настрелял убийств, но мало рейтинга. Хорошо, продолжить. Уровень 4. Что-то выполнили, что-то получили. Коробки получили. Там, по-моему, 30 коробок надо. 4 уровень, отлично. О, доступна баба. Давай бабу снарядим. Продолжить. У нас теперь баба снаряжена. Получить. Хорошо. Получить. Хорошо. Получить. Хорошо. Получить. Хорошо. Два ящика доступно. Зеленый. Ага. И синий. Тоже за бабки просто. Ну да. Ничего интересного. Хорошо. Прогресс. А что это? Какое-то свечение какое-то. Хорошо. А что можно на магазине купить? Дексейд, капитан. Это то, что у меня прокачано? А как? Вот куда вот эти вот деньги деваются? Это что? А, это привязать. Мы смотрим. А, вот магазин. Герои. 30 тысяч, да? Нет, 30 тысяч у меня нету. Они все по 30 тысяч стоят. Тут они стоят... оружие по событиям продаются, либо за голду. Машинки продаются для чего-то там. Это понятно, это ничего, что ничего не понятно. Ну, короче, у нас денег пока не хватает ни на что. Короче, ладно, ребятки, мы с вами на этом закончим. Игрушка прикольная, мы в нее еще поиграем. Вот. Еще у нас будет кооператив по этой игрушке с одним пареньком, которого вы увидите, я думаю, через пару серий, когда я наберу где-нибудь хотя бы, может, 15 уровень там, ну или где-то так. Вот, поэтому, ребятки,
Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на мою страницу ВКонтакте. Комментируйте. А, на Телеграм обязательно подписывайтесь. Комментируйте, ставьте лайки. Скоро увидимся, ребята. Всем пока.